Привет, друзья! Я сейчас нахожусь на пляже, и поэтому хочу для вас снять небольшое, короткое видео с пляжной лексикой. Итак, я сейчас на Филиппинах, на острове Боракай. Сюда я добиралась почти 12 часов с пересадкой в Маниле. И доплывала на лодке до самого острова Боракай. Но это того стоило, потому что здесь шикарные пляжи. Мне кажется, одни из самых красивых пляжей, где я только была. Пляжи здесь песочные, это не галька. Песок здесь белый, мягкий, очень-очень приятный. И там непосредственно море. Вода в море голубая, лазурная, прозрачная, теплая. Волны небольшие, поэтому очень-очень приятно купаться. Это общественный пляж. Сюда может прийти любой желающий. Здесь растут пальмы, которые дают тень, и в тени можно отдыхать и позагорать. Вдоль пляжа много баров и ресторанов, но я, честно говоря, выбрала не очень оживленное место для съемки этого видео, но и то есть место не очень живописное, так скажем, да, но оно спокойное. Погода сегодня шикарная, светит солнце, на небе немного облаков, немножко ветрено, что дает такую прекрасную возможность отдыхать на пляже. На пляже обычно девушки носят купальники для того, чтобы плавать, парни носят плавки. Если вы не хотите получить солнечный удар, обязательно носите шляпу или панаму и солнцезащитные очки от агрессивного азиатского солнца. Если вы не хотите сгореть, то обязательно наносите солнцезащитный крем. Итак, чем же можно заняться на пляже? Ну, прежде всего, люди здесь загорают, то есть они лежат на песке и загорают. Также можно поплавать, либо искупаться в море. Можно покататься на каяке, можно покататься на лодке или на яхте, можно заняться снорклингом или дайвингом, а можно построить где-то вон там, не знаю, вам видно или нет, замок из песка. Мне кажется, здесь очень-очень красиво. Смотрите, какая спокойная вода. Очень приятно плавать, купаться. В воде можно просто находиться бесконечно долго. И пляжи широкие, длинные. И песок очень-очень мягкий. Класс. С моря приплывают водоросли, но их каждый вечер убирают. Но, тем не менее, вода безумно прозрачная. Дети носят спасательные жилеты. Если вы плохо плаваете, он вам тоже будет необходим. Очень многие гуляют. Класс. Смотрите, какой прозрачный каяк. Очень фотогеничный, так скажем. Вот, в принципе, все. На Филиппинах очень-очень много островов. Я брала экскурсию по нескольким ближайшим островам. И здесь все острова просто шикарнейшими пляжами. Вот
так, друзья, посылаю вам лучики солнца, тепла и добра, и пожелайте мне хорошего отпуска.